Сегодня утром Владивосток был окутан не туманом, который многие жители привыкли видеть по утрам, а смогом. В соцсетях сразу же было выдвинуто предположение, что смог был вызван пожарами в разных районах края. Однако в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что на данный момент большинство пожаров в Приморском крае потушено, часть из них тушат прямо сейчас. Вероятной причиной смога во Владивостоке является дым, который принесло ветром из Китая. Отметим, что в данный момент на границе России с Китаем зафиксированы термоточки. Так как в Владивостоке сегодня наблюдается безветренная погода, смог стоит над городом и не рассеивается. Действительно, это не только приморские пожары, это и пожары на территории Китая, где сейчас их тоже на самом деле много. Ну, это видно по общим доступным спутниковым снимкам. Там тоже много пожаров, поэтому Владивосток сейчас, да, в дыме. Ну, видимо, сейчас в целом от 1 до 4 километров. И задымление такое отмечается, в принципе, и по метеостанции тоже передают, что вот в районах края тоже есть задымление. Сегодня еще так и сохранится, может быть, к вечеру чуть получше будет еще. А в целом уже прям так существенно улучшится это завтра с усилением ветра. Завтра ветер свежий, а во второй половине дня даже и сильный. То есть это все раздует. Пока пожароопасная ситуация продолжает сохраняться на всей территории края. К примеру, только за прошлые сутки на территории Приморья зафиксировано 38 лесных и природных пожаров общей площадью больше 4000 гектаров и 166 термических аномалий. Поэтому МЧС напоминает, что при обнаружении возгорания нужно незамедлительно позвонить на пульт пожарной охраны и сообщить о происшествии, и только потом уже выкладывать видео в соцсети. Екатерина Зверева, новости на Восьмом.